Калининский районный суд вынес приговор 26-летнему парню, который нападал на девушек в Челябинске и Миассе. Процесс проходил в закрытом режиме. Напомним, его поймали в Миассе. Прохожие увидели, как он пытается изнасиловать и ограбить девушку. Когда насильника стали допрашивать, выяснилось, он причастен к подобным преступлениям и в Челябинске. В следственном отделе по Калининскому району города Челябинск 6 мая было возбуждено уголовное дело. Значит, по факту совершение изнасилования, иных насильственных действий сексуального характера, также открытого хищения имущества. После проведения ряда экспертиз сомнений в виновности уроженца Карабаша не осталось. Да и сам он признал свою вину. По приговору суда он отправлен в колонию строгого режима на 6 лет. Суд учел, что на его иждивении есть ребенок. А также маньяк должен выплатить 500 000 рублей пострадавшим в качестве компенсации морального вреда.